Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в RimWorld. Ну что, я могу сказать, практически завершился наш подготовительный период. Осталось нам дождаться, когда вернется вот этот караван, и мы сможем начать финальную стадию. Они несут нам мономеч, еще один чертеж, компоненты и гренадерскую броню. Что-то еще, по-моему, было. Может и нет. А, исцелитель, да, вот еще важно. Исцелители мы тоже сможем вживить людям. Пока мы их ждем, у нас тут рейд пришел. Это у нас сектанты, то есть они будут пытаться похитить кого-то из наших людей. Помимо этого, я уже многим вживил ксеносемя. То есть вот все люди вот с такой вот иконкой, это вот получившие ксеносемя. Инжу я не внедрял, потому что у него уже есть ксенотип. Этот самый Инж. Да, Инж. Повар есть. Ксикопатель получил. И сейчас, по-моему, готовится следующее для художницы, если я не ошибаюсь. Так. Что еще? А, еще я получил задание большое, но я его не стал показывать, потому что мне для его выполнения ничего не нужно было делать. Где оно? Вот, вот это. За которое я получил целых 4 чертежа, 12 милости короны и немножко золота. А все, что нужно было сделать, это сидеть на своей базе и ждать, пока 57 гигантских ленивцев не пройдут свой таймер и не сбегут отсюда. Ну и все, ничего страшного в этом не было. Я все это время находился внутри стен, занимался базой, а ленивцы тут бегали, потом ушли, и я получил 4 отличных чертежа. Так что я даже активировал опять этот самый стол исследований и начал исследовать катафрактерную броню. Ну, включил, но еще даже не приступили. Это вот только-только произошло. Еще у нас родился ребенок. У поселенца и Кэт, которого я тут же поместил, соответственно, в инкубатор, и он там лежит. Почти готов наш лазарет, но у нас закончились компоненты, поэтому пока что пришлось приостановить работы над госпиталем нашим. Почку я добыл у кого-то, у Мэтью, по-моему. Правая нога. Оп. На всякий случай, пускай лежит. Еще легкое я ему вообще-то ставил. Окей. И кровосос номер 2 к нам присоединился. В данный момент он проходит торпор, но тем не менее мы его получили. У него, конечно, тоже куча повреждений. Кисть легкая, ухо. Ему нужна рука. Две руки. Еще мизинец отбитый. Но тем не менее два этих самых два кровососа у нас теперь есть. Пу-пу-пу-пум. Вроде бы все. А, строитель прошел свой торпор. Ой, не торпор, а биорегенерацию. Так. Что еще у нас? Что еще? Так, живпырю я внедрил все его улучшения. Пластину, шипы, сердце. Так что он теперь у нас стал еще более грозным. Ну и вроде бы все. Больше ничего особо не произошло за это время. Восстанавливаем стены. Так, все нормально. Окей, давайте мы переводим всех внешние стены. Поселенцу нужна помощь. Строитель, что с тобой? Ксеноком, ты не должен был никуда. А, потому что я его включил ему зону, которая не относится это к... И он сразу начал двигаться. В смысле, выпал их с кровати сразу. Окей. Так. Да, строитель прошел, завершил свою регенерацию. Соответственно, у него больше нету повреждения мозга. И ему также внедрили ксеносемя.
что как только он выйдет из ксенокомы, он будет опять продуктивным членом колонии. А, я не помню, было это в прошлом видео или нет. У Инжа было воодушевление, которое я потратил на легендарный автомат, которым он теперь сам и пользуется. 16 урона, точность отличная, так что, по-моему, это наш первый легендарный автомат в этой игре. Вот, ну вот такие вот дела. Давайте теперь приступим к избавлению от сектантов. Идем сюда. Я не знаю, пойдут они в эту сторону или в эту. Ну, перенаправим. Вниз они пошли, да? Ну, окей. Один бес, ты нашел маршрут, блин. Так, они решили здесь расположиться. Ладно. Давайте побыстрее, побыстрее собираемся. А, это мой караван прибыл торговать, окей. Так, муфалы мы можем продать. Мне кажется, я их продал уже, ну ладно. Ягоды. Психолистья, откуда у вас психолистья? Интересно. Так, чертеж это я прикупил у Империи, исцелитель я прикупил у Империи, стерилизующий желудок было бы неплохо, еще один, силовые когти и ядовитые клыки, не то чтобы очень, так, вот это все мы продаем, весь этот мусор. Гренадерскую броню нет. Катафрактерный шлем нет. Это я прикупил у Империи. Отличная прошла торговля у нас с ними. Так, продать, продать. Еще у нас есть серебро, то есть мы можем еще что-то прикупить. А, отличный мономеч, это мы... А, это мы уже купили, окей. Стерилизующий желудок есть. Безбородость и пенный плевок. Пенный плевок это типа пожары тушить? Носители этого гена способны плеваться противопожарной пеной с помощью специальных желез в шее, которые производят и хранят ее. Противопожарная пена тушит весь огонь в области плевка. Прикольно. Ну, не для этого захода, но в целом прикольно. Надо будет мне сделать как-нибудь более моднутый сезон с кучей модов, но не такой агрессивный, чисто чтобы развивать колонию. Мне в таком режиме тоже очень интересно играть, на самом деле. Так, так, так. Пласталь. Стоп, подожди, давайте посмотрим. А у нас есть что-то еще, что нам было интересно у вас купить? Брони нормальной нету. Переносной барьерный проект опять-таки не в этот раз. Золото. Скульптуры. Давайте возьмем телескоп. Пускай у нас будет их два на всякий случай. Если вдруг один разрушит, чтобы второй остался. Нейротренеры, дальний бой, ближний бой, строительство. Не, наверное, все-таки лучше пласталь, у нас ее мало. Окей. Ну, мы продали все, что могли, да? Принять и отправить сюда. Давайте побыстрее собираемся.
Они уже к нам бегут. Их как-то многовато, мне это не нравится. Взрыв прошел. Это еще не все, они еще там остались. Так, вы, малой, что там с тобой? Так, кровь не идет, уже хорошо. Ок, остальные, так. Сейчас мы здесь привлечем их внимание и потом отойдем. Так, ноциосферу мы же уже израсходовали. А еще что-то у меня есть такое массового поражения? Ракетницу нету у меня. Нету. Что еще? Что еще? Да, пожалуй, что и все, наверное. Здесь лежат незаконченные вещи. Так, застанили мы этого чувака, проводящего ритуал. Давайте мы сразу переходим в атаку. Прыгай на него. Бум. Есть контакт. Так, тухлячок, применяй дозу и... Где живпырёк? О, живпырёк, тебя оставили здесь. Тоже применяй дозу. Ну, наших бледнебойных всех повалили. А, нет, не всех, кровосос. Нет, всё, кровососы тоже повалили.
добиваем, добиваем. Уже вперед. Ух, тухлячка вынесли. Офигеть. А для возрождения нам нужно что? Воскрешение упырей, сыворотка воскрешения. Жуткое мясо и биоферит. А у нас жуткое мясо есть? Есть. Нет, это не здесь. Какая-то квадратная такая штука, насколько я помню. Ее нету, что ли? Лаборатория сывороток. Ну, похоже, что нету. Так, главное его теперь не переработать. Ну, хотя это не самая большая трагедия будет, но тем не менее, не хотелось бы. Рёк там всех фигачит. О, геолог еще на ногах. А, они воскрешают, у них лекарство от смерти есть. Вот в чем прикол. Так. Малой, ты как? 22 часа. Пастух. 18 часов. Окей, то есть опасных нету. А у кого было 18 часов? У тебя. А, у тебя рядом есть один бес. Лечить без лекарств. Все? Жевперек может идти. Геолог может уходить. Кровосос. Так. Кстати, нам нужно Сэдди будет еще назвать. Сэдди, кстати, блин, это нечто. Она же пришла как любовник строителя. А теперь у нее любовник Александр. Со строителем они расстались, да, получается? Так. Я им давал где-то кровать. Значит, здесь нужно строителя убрать и поставить вместо этого Александра. Бывает и такое. В этой игре бывает и такое. Так, кто там у нас еще был? Малой. Стой на месте, Кэт, окажи помощь. Так. Не опасная, но тем не менее кровь идет. Лечить. Кто у нас еще есть? Мартис. Лечить. Кто у нас еще в медицине шарит? Свистка нет, Кэт нет, Мартис уже занят, Малой нет, ему самому нужна помощь. Фермерша свободна, да? Так, лечить без лекарств. Все. Караван прибыл. Ну, вы вовремя, молодцы. Так, остальные пока стоят, охраняют. Если кто-то еще воскреснет, чтобы мы могли их сразу... Вроде никто не должен больше воскреснуть. Так, а как нам нашего упырька-то не потерять? Его сейчас переработают, и я даже не замечу этого. Забери, пожалуйста, биоферитовый меч. Отличный.
лечить пастух. Все. Кому еще помощь нужна? Никому. Перенести мертвячок. Перенести мономеч. Что нам еще нужно забрать из наших вещей? Не вижу, чтобы что-то было нужно забрать из нашего. Больше мы ничего не потеряли, что ли? Как-то странно. Может, здесь? Да вроде нету ничего такого. Так, тогда забери лекарства. Фермерша. Геолог, ты там как? Ты бессмертный. Ты ползешь или ты идешь? С трудом, но идешь. Фермерша. Перенеси мертвеца. И не будешь носить. Иди на базу. Ремесленник. Перенести. Так, инж. Перенести. Копатель ты не будешь носить. Надеваешь это, окей. Художница. Перенести. Один без. Перенести. Александр. Перенести. Мартис. Перенести. А, ты оказываешь помощь. Поселенец. Перенести. Малой тебе оказывает помощь. Все, вроде задачи раздал. А, так. Спасти. Спасти. Тут даже кто-то живой остался. А, лекарство от смерти. Он сейчас оживет после того, как умрет. Малой, от тебя сейчас толку не будет никакого. О, ты решил сразу вооружиться мечом. Это правильно. Офигеть, меткость. А, лекарство от смерти. Зараза. Ну, никаких травм особых нет. Спасти. Ну и потом нужно будет вернуться за нашими вещами. Так. Перенести меч. И осколок тоже нужно будет забрать. Патель, ты куда? А что, у тебя здесь еды нету, что ли? Ну, всякое может быть, конечно. О, стоп, у нас вообще нет еды. У нас есть только... сухпайки. У нас вообще закончилось сырье для еды. Офигеть. Жесть.
Мы просто не успеваем собирать урожай. Вроде бы все попало в эту зону. А, так. Перенести. Перенести. Хотя нет, лучше вот так. Как раз будет запас еды небольшой. Ксения, что ты тут делаешь? Тут бы прибраться не помешало. Стоп, 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 стоп. Все, запретить. Главное не забыть про это. В моем случае это непросто. Но, с другой стороны, он у нас не живучий, да? То есть у него не было бонуса к урону. Ну, ловкость была. Шанс у ворот. Ну, тоже неплохо. Так. Поселенец, ну-ка, уберись тут. Ты вроде довольно активно двигаешься, так что приберись. Ок. Пум-пум-пум-пум. Порвар полностью здоров. Иди поработай. Нам нужна еда. Так. Растерянность у геолога. Умерла жена София. Видимо, не у нас произошло. Либо она была частью этого рейда. И куча знакомых из нашей фракции. Бездна кошмаров. Окей. Так, теперь хватай мясо, неси его и начинай готовить. Ей, молодец. Я даже думаю о том, чтобы вернуть этот пасту перед финалом. Потому что мы можем просто тупо не успеть готовить еду. И собирать урожай и готовить. Так. Не ходим здесь пустыми-то. Чё порожняком ходим? Нет компонентов. Где компоненты? Их, видимо, может быть, несут. Вот они, отлично.
О, да, это нужная штука. Ну, здесь уже починили. Так, задание добавить сыворотка воскрешения упыря. Притупление чувств. Пока что мы их не использовали, но мы их начнем использовать, как только перейдем к финалу, и нам нужно будет предотвращать плохие настроения. Ярость Вавона. Вавон, ты можешь двигаться? А где твое оружие? Ой, блин. Все, обратили всех. Отлично, теперь у нас все в нашей религии. Идеологии. Отлично. У нас тут почка, исцелитель, стерилизующий желудок, исцелитель и легкая. Я думаю, исцелитель понадобится нашему кровососу. Регенерация и сверхбыстрое заживление ран. Окей, тогда нет, тогда не ему. Малой. У нас ксеносемя готово. Значит, это ксеносемя. Кому я говорил? Художнице, да? Ближний бой, горное дело, растениеводство, животноводство. Да. Ведь. Подтвердить. А малому нужно тоже сделать ксеносемя и внедрить исцелитель. И художнице можно тоже сразу внедрить исцелитель, пока она будет лежать без сознания. Желудок у нее уже есть. Так, желудок есть. А у малого? Нету желудка. То есть ему можно будет и исцелитель, и желудок сразу. Но для начала нужно ксеносеме для него сделать. Значит, ему нужно сохранить горное дело и кулинарию. И ближний бой. Это сложно. Строительство, по-моему, у него тоже есть. Да. Я стараюсь дать как минимум сверхиммунитет и быстрое заживление ран, потому что это в случае опасности, да, когда на нас будут постоянно идти атаки, это нам должно помочь, чтобы они быстрее восстанавливались, и чтобы, если вдруг они подхватят инфекцию, чтобы быстрее с ней справлялись. Придется чем-то ему пожертвовать. Малой.
Ну, даже не знаю. Сейчас посмотрим, давайте. Так, так. Ну, если есть достаточно очков, то я еще добавляю стойкость и длинные пальцы. Так, растениеводство, животноводство. Можно дать обнаженную скорость. Он тогда чуть снизит свою скорость в одежде, но хотя бы не будет так часто жрать хотеть. В ноль мы выйдем тогда. Если мы добавим горное дело ужасно, то сможем поставить ему стойкость. Потому что ближний бой мы точно не можем давать, потому что он ближнего боя. Да? Да. Ну, тогда получается вот так, и мы выходим в ноль. Скомбинировать. Муфало сходит с ума. Бывает. Так, кто у нас еще без оружия? Пастух. Пум, иди вооружись. И малой. Вооружись. Так, пацифистка безоружная. Все, все остальные вроде с оружием. Так, еда. Готовится отлично. Ну, даже вкусные блюда вон пошли уже. Очень хорошо. Щит с электромолотом против Муфала. Ну, что-то он передумал Муфала. Ок. А я бы посмотрел на щита с электромолотом против Муфала. Так, Вовон. Тебе еще не сделали процедуры. Мэтью. Все, на тебе уже закончили. Легкая тоже есть. Кровосос, здоровье. Тебе нужно левое легкое. А в торпоре можно делать операции, что... является плюсом, естественно. Щит, ты тут все носишь. Молодец, красавчик. Хоть кто-то нас обеспечивает едой. Здесь я засадил огромное поле кукурузы. Опять-таки, чтобы у нас, когда войдут активные атаки, чтобы мы не отвлекались на производство еды. О, строитель с автоматом. Иди-ка помоги. О-е. Размажённая легкая. Дети. Муфала, блин. Опасно, опасно. Так. Блин, не, ну трупы надо все перетаскать, иначе они тут, если они оживут, то это будет плохо. Исцелитель. Хорошо. Что у нас еще осталось? Стерилизующий желудок пойдет. И исцелитель пойдет малому. И еще один исцелитель у нас есть. Пастух. Бойцам первой линии, я думаю, исцелители дать.
первую очередь. Исцелитель, множитель заживления 150%. Отлично. Растерянность у Мартиса. Съел человечину. А, ты еще не отошел от своей старой идеологии, окей. Только ты отойдешь, то все будет нормально. 10 часов, 4 дня. Чутье хирурга у Инжа. А, пастуху, я думал, ты строителю внедряешь, я удивился, думаю, что-то странно. Вроде я строителю не ставил. Так, что я хотел сделать? Я хотел. Что-то я хотел сделать, но не помню что. А, сравнить. Значит, у нас... Исцелитель дает 150%. Быстрое заживление ран дает 200%. То есть, если мы малому дадим и то, и другое, то у него будет заживление ран сколько? 350% или 300%? То есть, они перемножаются или складываются? Ну, кровостос тут фигачит. Создает ксеносемя. Отлично. Так, а это там не наш ножик? Нет. Давайте мы немножко оружия еще сделаем. Парочку. Несколько длинных мечей. Чтобы у нас запас был. Потому что если вдруг мы потеряем меч где-нибудь снаружи, то человек восстановится и сможет взять меч, который у нас уже есть. Так. Я не хочу, чтобы вы сейчас отвлекались на это. Соберите нам все мясо, пожалуйста. Нормально, нормально. Окей. Ну, хотя их тоже можно взять, чтобы у нас был запас какой-то. Когда они мясо перенесут, тогда уже все остальное заберем тоже. Так. Ксеносемя готово. Крепкоил, да, это для малого. Живить, подтвердить. Установить. Исцелитель. Или все-таки тогда исцелитель лучше кому-то другому дать, чтобы у нас несколько человек, ну... Максимально распространение было этого. Заражение у Вона. Так, но малому я в любом случае дам желудок. А вот исцелитель, наверное, действительно дам кому-нибудь другому, чтобы у нас бонусы эти распределялись. Эдин Бес. Мне кажется, это хорошая идея. Ты заслужил, исцелитель. Так, ну, в принципе. Кто у нас еще? Так, один без. Александр, ты у нас кулинария растениеводства.
Да, что-то про обнаженную скорость я не думал. Надо было ее всем давать на самом деле. Окей, ладно. Пу-пу-пу-пум. Обнаженная скорость. Вот это убрать. Комбинировать. Да, правильно? Ну ладно. Окей. Ну что, активируем? Или дождемся, когда все-таки все эти перенесут? Хотя, если они поднимутся как шамблеры, то это не страшно. Шамблеры это не страшно. А вот если они превратятся в этих пальцев, как они, шмата или как, тогда может быть опасно. Ну ладно, что мы уже ждать-то будем? Пробуждение монолита пустоты на несколько дней обкутает ваше поселение тьмой и привлечет сильных тварей. Готовьтесь основательно, запаситесь едой, строительными материалами и оружием. Позаботьтесь об освещении и запасах энергии. Не полагайтесь на солнечные генераторы. Убедитесь, что ваша колония хорошо защищена, а поселенцы готовы сражаться. Когда вы пробудите монолит пустоты, пути назад уже не будет. Стоп. Перед тем, как мы это сделаем... Во-первых, надо применить чертеж, во-вторых, надо ритуалы провести. Участвуют все. Рабочий запал у повара. Мы исследование это, кстати, делаем, интересно? Нет. Почему? А, потому что туда не дотягивается. Надо вот этот ствол активировать, окей. Сигнал бедствия. Нет, ребят, не сейчас. Сразу все ритуалы проведем. Так, стоп, а где у нас внутренние стены проходят? В принципе, да, все правильно. Единственное, что вот эту вот надо тоже добавить внутреннюю стенку, чтобы ее чинили изнутри. Так, нет, здесь мы не будем добавлять, чтобы они не вышли туда случайно. То я их знаю, они же тупые, как это самое, наверняка накосячат. Давайте перекусывайте и потом продолжим. Первое пополнение есть. Все, готово. Поехали. Дополнительное мясо нам не помешает. Дерево у нас есть, так что без проблем. Мы построим еще столы. Здесь быстрее перерабатывали все это дело. Что один из четырех. О, два из пяти и последняя. Нам не хватает электричества. Генератор сломался.
и ветра нету. Хм. Хреновенько. Три из шести. Неплохо. Принять. 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 Грубость, невероятное уродство. Простая работа, кулинария. Горное дело, искусство, медицина. Окей. Это ок. Быстрая обучаемость, жидкое, жидковатое дыхание, жизнелюбие. Плюс 12 к настроению. 14 лет. Статистики не очень, но в принципе быстрая обучаемость тебе позволит их быстро поднять. Ок. А, горе от ума, ловкость, недоступно творчество. 22 года. Для 22 маловато, конечно, статистики, но тоже оставим. Оставим. Так. Внешние стены. Копировать, вставить. Медитацию я ставил тем, у кого есть натуральная, как это, природная медитация. Надо, кстати, этих будет перепроверить. Может, у них есть у кого-нибудь. Искусство. 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 Нету. Окей. Кто-то из вас может в медицину, по-моему, да? Дженни. А, имена я вам дам в следующий раз. Дженни. Нет. Тоже нет. Ну так, чуть-чуть. Окей. Окей, окей, окей. А вас надо будет вооружить. Так, ты можешь взять автомат. У тебя более-менее. Бум. Мало. Я думаю, что тебе... Нет. Это отличный мономеч. У тебя хороший мономеч. Тогда ты бери отличный мономеч. Малому мы дадим хороший мономеч. Так. Ближнего боя нам больше не надо, так что... Вооружись. Дженни, у тебя выкинь и иди возьми вот этот. Не будет переносить, офигеть. Есть. Так, так, так. Ну. То, в принципе, все. В принципе, мы готовы. Сейчас они... возьмут, перенесут и... Нужно будет начинать. А мы починили? Починили, отлично. Ученая, ты спишь? Нет? Спишь. Ну, когда проснешься, тогда будешь активировать монолит. Так, это мы построили. А, задание я не настроил, да, новеньким? Сколько у тебя? Пять. Пять мало. Будешь заниматься ремеслом. Упырь атакует.
Интересно, он будет ломиться сквозь стены? Так. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Нет. Что это такое? Шахтер, да. Так. Шахтер, ок. Художник нафиг. С другой стороны, тебе особо делать-то и нечего. Так что ладно, можешь помогать в художестве. Делать художество. Так, и Альбина. Нет. 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 Хотя можно. Фермер, да. Все. Так, Альбина. Кто там был? Мейкер. Ладно, можешь помогать, если вдруг свободное время будет. Ломает стены. Окей. Можно было захватить на самом деле, ну ладно. Куда вы пошли? Зачем? Альниха один родила. Так, ученая проснулась, позавтракала и создает ксеносемя. Нет. Пробудить монолит. Я думаю, что это будет отличный финал эпизода, что мы его все-таки пробудим. Я все это откладывал, но надо уже, надо двигаться. Небо темнеет, а воздух наполняется злобным гулом. Монолит начал пробуждаться. Ваши действия привлекли внимание чего-то за гранью человеческого понимания. Вскоре в этой реальности начнут проявляться пустотные объекты. Активируйте их, чтобы полностью пробудить монолит. Скоро нахлынет первая волна. Будьте готовы. Ну, будем надеяться, что я подготовился. Уверенности в этом у меня нет никакой. Окей. На этом на сегодня мы заканчиваем. Ну а в следующей серии у нас ждет уже, собственно, финал. Ну, может быть, за одну серию успеем, не знаю, но, во всяком случае, финальный этап мы активировали. И должны появиться сверхсложные сущности. А на сегодня все, увидимся в следующий раз.